Здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное заседание университета рабочих, корреспондентов фонда рабочей академии. Сегодня у нас выступает с докладом лекции первый секретарь ЦК КРП и один из сопредседателей Росфронта Виктор Аркадьевич Тюлькин. Тема его лекции – итоги выборов в Государственную Думу и задачи борьбы, развития борьбы рабочего класса. Пожалуйста. Спасибо. Так, всем добрый день. Значит, тема сегодняшней нашей беседы или занятия, она наиболее такая живая, может быть, наиболее острая, наиболее интересная для обсуждения, ну и так далее. Во-первых, потому что в России сейчас такая предвыборная лихорадка президентская, недавно прошли парламентские выборы. Во-вторых, потому что легче всего высказать свое мнение по этой теме, да, и такая ситуация, когда большинство считает, что они разбираются в этом вопросе, почти как в футболе, все умеют, так сказать, и все знают, что надо было сделать. Поэтому я бы хотел вот начать со следующего, свое личное впечатление. Был я в Москве 12 числа, значит, на конференции там всяких осколков КПРФ от Зюганова, и послезавтра снова буду в Москве общаться там с другими товарищами. И вот что меня просто поразило. Из моих старых знакомых, которые сами себя вот честно считают левыми и вполне коммунистическими, и даже взносы платят. Не обязательно в РКРП, есть там товарищи, которые состоят в других организациях или прочее. Но есть те, которые, ну, по понятным причинам там говорят, голосовать надо только за Зюганова. Он плох, он совсем мерзавец, но тем не менее, другого сейчас нет, это, так сказать, и обосновывают. Есть те, которые говорят, голосовать надо за Миронова, потому что и там целая серия аргументов, особенно из тех, которые, так сказать, за уже новый социализм выступают для прочих. Встретил я даже такого, значит, который говорит, голосовать надо за Путина. За Путина. Это психоз вот антиоранжевой пропаганды, так называемой. Неужели не видите, так сказать, идет наступление оранжистов, вмешание Госдепа США, само существование России как тысячелетней целостности поставлено под вопросом, если мы сейчас не спасемся, то и так далее. И более того, один очень любимый мой старый коммунист, такой, сказал, Аркадьевич, ты извини, но лично я проголосую за Прохорова. Я говорю, ты что, как это? Не, он говорит, а ты знаешь почему? Мне, говорит, очень надоело вот этот оппортунизм Зюганова, его по-другому не сковырнуть. Вот, чтобы он набрал голосов меньше Прохорова, это был бы лучший воспитательный момент, примерно. Но за Жириновского там у меня знакомых нет, таких, которые левыми себя называют. Но, в принципе, линия понятна. Те, которые говорят пофигистски настроены, да пусть хоть посмешнее будут, те могут и за Жирика проголосовать. Прочее. И вот в этой ситуации хотелось бы обменяться мнениями, какие все-таки у нас есть научные ориентиры, какие есть, значит, выводы, которые уже сделали до нас, и правила, которыми мы должны руководствоваться. Ну и, соответственно, как мы оцениваем с вами сегодняшнюю ситуацию или чего. Первое. Вот в самых наших известных букварях, что ли, или первоисточниках, уже вроде мнение коммунистов по отношению к выборам, оно сформулировалось. В первой программе РСДРП, еще даже не БНН, значит, прямые, всеобщие, тайные, равные. Записан выбор. Боролись большевики тогда за выбор. Потому что по отношению к абсолютизму монархии это был шаг вперед, так сказать, и прочее. И более того, еще раньше в манифесте коммунистической партии классики написали. Раз там в 5 лет можно прийти, проголосовать и выбрать, кто будет эксплуатировать трудящихся в следующие 5 лет.
То есть это вот те азы теории, которые нам с вами, в общем-то, понятны. Поэтому, приступая к дальнейшим рассуждениям, я бы хотел всех призвать только к спокойствию и спокойной аргументации. Потому что дело это весьма такое эмоциональное. И на этих вещах даже Владимир Ильич Ленин проявлял очень-очень такую большую страстность и в том числе совершал ошибки. Тот, кто помнит из детской болезни левизны, значит, Владимир Ильич агитировал за бойкот 905 года, за бойкот 906 и за бойкот следующей думы. Да? Я после признавал, что вот в 5 году абсолютно правильно действовали. А вот в 906 совершили еще маленькую, но все же ошибку. А следующая ошибка была уже крупнее и, так сказать, надо было действовать по-другому. Это я к тому, что если уж Владимир Ильич в вопросах по выборам иногда, так сказать, признавал свои ошибки, то, наверное, такие там товарищи, как, значит, Тюлькин или профессор даже Казенов и так далее, они тоже могут. Нет, мы не покаемся, мы лучше выясним сейчас в разговоре, как, чего, значит, действовать, куда идти. При этом страсти иногда разгорались очень здорово. Помните, в 908 году, Ленин писал, вспоминал, пришлось исключить прекрасных революционеров из партии за их упорное нежелание признать необходимость участия в выборах. И многие из них потом в партию вернулись и своей последующей работой доказали, что они настоящие революционеры и так далее и тому подобное. То есть вот бывало страсти как накалялись и до чего приходилось, так сказать, подниматься. И одновременно при разработке второй программы партии, а это уже было, значит, когда власть была в руках, так сказать, не первый год, все-таки Владимир Ильич, помните, добивался, и мы, кстати, повторили это вот в программе РКРП, что мы должны указать, что если даже ход истории отбросит нас назад на какое-то время, к буржуазному парламентаризму, этой превзойденной нами формы демократии, то мы не откажемся от использования этого буржуазного парламентаризма, но при всех обстоятельствах будем подчеркивать, говорить и знать, что партия борется за Республику Советов, за советскую власть, эту высшую форму демократии трудящихся, самих трудящихся и для трудящихся. Поэтому, вот исходя из, как бы сказать, теории кусочка истории, которую мы просто напомнили, мы с вами подходим к необходимости обменяться мнениями и рассуждениями, как бы по вопросу о том, что нет такого элементарного участвовать или не участвовать. Есть вопрос, как использовать и для чего использовать. Готового рецепта на все случаи жизни нет. И Владимир Ильич подчеркивал, что тот, кто попробует выдвинуть, это шарлатан. Того сразу надо, так сказать, самоосаживать. А общий подход, он примерно такой. Значит, надо действовать так, чтобы работа шла на развитие классовой борьбы пролетариата. На пользу этому делу. При этом это не значит, что надо обязательно участвовать. Тот же Ленин подчеркивал, что бывают случаи, когда абсолютно необходимо избрать тактику бойкота, если это работает на благо и на это. Значит, ленинскую практику мы уже вспомнили. Для себя, я думаю, полезно отметить, что вот те случаи бойкота, которые нами были выбраны, ну, большинством здесь сидящих организаций, в 93-м году были правильны. И если бы удалось общий фронт бойкота тогда составить, это была бы более сильная позиция для последующей борьбы. А тогда речь шла о выборах на крови, о протаскивании Конституции ничуть не более честным путем, чем те, против которых сегодня многие демократы и либералы, так сказать, все вместе выступают. Так? Поэтому стоит вопрос, вот что в данной ситуации нужно делать, как поступать. И, значит, для этого надо иметь собственное масло в голове и действовать вполне
при этом хладнокровны. Одну цитату хочу напомнить, значит, Владимира Ильича из той же детской болезни левизны. Так. Коммунисты должны знать, что будущее во всяком случае принадлежит им. И потому мы можем и должны соединять величайшую страстность в великой революционной борьбе с наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных метаний буржуазии. То есть, то, что сейчас и наблюдается. Кем наблюдается, а кем пропускается. Но, конечно, учет конкретной ситуации и конкретного соотношения сил и трещин всяких разных в стане врагов и их действий, это все предмет анализа, учета и прочее, прочее. Переходим к нашей ситуации в России. Парламентские выборы 2011 года. Да? Значит, я думаю, полезно, значит, вместе подчеркнуть, что главный метод вообще буржуазных выборов, буржуазной демократии, это создание якобы альтернативы. Так, когда формально ты чего-то вроде бы как выбираешь между одним вариантом, вторым, а иногда и больше, но по сути тебя запускают в коридор из этих альтернатив, и ты по этому коридору пройдешь именно, значит, тому светлому пятну, который в конце этого туннеля, так сказать, расположен. А уж какой там свет сегодня многим видно. В чем специфика, что ли, российской ситуации сегодня, в 2011 году, и, значит, как она нами анализировалась и прочее, прочее. Если буржуазные выборы, честные, нечестные и самые честные, все одно приведут только к тому, что вас будут эксплуатировать в следующий период, это закон, это всем понятно, потому что определяется все не правилами выборов, не тем, как подсчитывают голоса, а самим жизнеустройством, так, системой эксплуатации, которая действует, то встает вопрос, а что, почему коммунисты вот вообще боролись за все-таки за участие в парламентских выборах, почему Ленин писал во многих случаях, что абсолютно необходимо участвовать, надо добиться возможности участия и так далее и тому подобное. Потому что буржуазные демократические выборы – это возможность влияния на массы, это возможность трибуны, это возможность, используя буржуазные же правила, выхода, значит, на большие массы, как Ленин подчеркивал, где счет идет не тысячами, о чем говорят пропагандисты, да, а где счет идет на миллионы и на десятки миллионов массы. С этого начинается политика и прочее. Это действительно так. Вот в тех выборах, в которых мы все-таки с вами участвовали, значит, лучший наш показатель – это 3 миллиона 157 тысяч голосов. Это выборы 95-го года, блок коммунисты за СССР. Это те миллионные массы, с которого уже начинается, так сказать, серьезное влияние. Но наши противники это тоже не дураки, и ушлые, и подлые деятели. И они пошли по пути, что иллюзии-то выборов мы никого не лишим, но вот возможности на эти выборы выйти, это, ребята, у вас не получится. С помощью изменения всяких правил, законов, подзаконных актов и так далее и тому подобное, они действительно нас этого права лишили. Сначала регистрация РКРП, затем 6 раз Родфронт подает на регистрацию как политическая партия, 6 раз получает в Минюсте отказ. То есть до выборов 2011 года та партия, которая, ну так, без стеснения скажем, являлась партией рабочего класса, допущена не была. И после этого, значит, естественно, вопрос нами уже рассматривался в классической постановке. А что делать, да? Ну, что делать в такой ситуации? Разные есть варианты, можно, так сказать, отстраниться и просто ничего не делать. Можно обозначить бойкот и после этого, так сказать, там устроить какую-то тактику туда или сюда. Можно было выбирать или попробовать выбирать какую-то партию из разрешенных или допущенных к выборам, а их всем,
всего зарегистрированных в России, как вы знаете. Значит, была выбрана нами тактика из тех партий, которые существуют, попробовать провести переговоры с теми, которые наиболее левые, которые мелкобуржуазные или сторонники буржуазного социализма, и посмотреть, насколько с ними можно договориться о том, чтобы проводить какие-то позитивные программные тезисы, прежде всего направленные на развитие рабочего движения, на развитие борьбы, и по возможности договориться или заключить с ними соглашение о включении в списки представителей Родфронта, представителей реально работающего рабочего движения. При этом мы понимали, что в сложной ситуации прежде всего нужно, значит, избежать той опасности, которая называется парламентскими иллюзиями и любителями всякого, ну, руководителей попасть в парламентские кресла. Поэтому переговоры нами велись с двумя партиями, не о руководителях РКРПЛ, Родфронта, а прежде всего о представителях рабочего движения, реально действующих профсоюзов. Рассматривались целый ряд фамилий, и даже, значит, вот я лично с Зюгановым встречался раз 5-7, наверное. Да даже вопрос ставился так: слушайте, вам не нравится Этмонов? Ну, там есть у вас обида на него, потому что он назвал вашу Ленинградскую областную организацию продажной и, так сказать, служащей там интересам финансовых Потомского и компании. Давайте докера возьмем. Не докер, давайте шахтера возьмем. Не шахтера, вот у нас с электросилы Маленцов есть сопредседатель защиты, предположим. Давайте. Почти на выбор. Переговоры велись с КПРФ, и вторая наша часть Родфронта, которая представляет организованные профсоюзы во главе с Эдмоновым, сказали: знаете, мы не верим в успех ваших переговоров с КПРФ, значит, но не возражаем против того, чтобы вы их продолжали, а мы проведем переговоры со «Справедливой Россией». Посмотрим, что там получится или где. Так вот, я пока хотел до конца довести линию и рассказать, как это с КПРФ ситуация развивалась и к чему мы пришли, и какие выводы из этого можно сделать. Я уже сказал, что столько раз с Зюгановым за короткие там отрезки времени я, пожалуй, что не встречался, даже когда был депутатом. Так. И последний разговор у нас состоялся в день накануне съезда КПРФ. То есть в пятницу. В пятницу у них был пленум ЦК КПСС, КПРФ. И в пятницу, в том числе, Зюганов еще говорил: да, конечно, мы все-таки еще раз вернемся, еще раз рассмотрим, еще раз. Мы знаем ваши предложения, это стоящие мужики, и действительно рабочее движение, это, значит, никто не отрицает, важнейшая составляющая наших будущих успехов и прочее. И к вечеру в пятницу становится известно, что КПРФ выдвигает кандидатуру генерала Черкесова, личный друг Путина, генерал ФСБ, тот, который вместе с Собчаком удерживал ситуацию в 93-м году в Питере. И так далее и тому подобное. Я уж не говорю, что там можно и про жену вспомнить, Чаплину, подругу Нарусова, и лучшего редактора главной антикоммунистической газеты и прочее, прочее. Надо сказать, что вот для меня, например, это самое было довольно удивительно. Понимаешь? Удивительно не то, что Зюганов нам отказал. В этом мы были почти уверены, мы, так сказать, его знаем. Просто, ну, как теперь модно говорить, как политологи, что ли, да? Я считал, что они, наверное, пойдут на другой ход. Они возьмут кого-нибудь из своих, ну, своих имеется в виду, членов КПРФ или как, рабочих, и включат в списки для того, чтобы хотя бы создать видимость, с одной стороны. А с другой стороны, так сказать,
найдя повод для того, чтобы отказать Ротфронту и РКРП, которые находятся на ортодоксальных там, марксистских позициях. Нет. Они даже этого не сделали. Они, ну, мне так кажется, что просто выполнили указание, цель которого унизить, опустить, выражаясь современным языком, организацию, значит, до такого уровня, чтобы, значит, было понятно, что она абсолютно управляема всем этим делом. Значит, переговоры со «Справедливой Россией» закончились, может быть, с чуть большим успехом. Так, значит, было несколько человек включено в списки, в основном в региональные выборы. Ну, кстати, из КПРФ, в региональных выборах по спискам КПРФ участвовало несколько наших товарищей в разных регионах. Значит, закончилось это тем, что, значит, в Госдуме со стороны так называемых, ну, тех, кто себя называется левыми силами, по-прежнему нет ни одного рабочего. На региональных выборах небольшие успехи есть, как вы знаете, например, значит, в ЗАГСе Ленобласти присутствуют товарищи, члены фронта Эдмундов, профсоюзы МПРА, представляющий товарищ Силаев, который, значит, представляет РКРП, которые оба приступили к работе, которые не теряют смычки с организацией, которые свои усилия сейчас направляют и на, значит, организационные совместные усилия по организации движения, прежде всего профсоюзные, и материальные свои вложения в общее дело делают. Но возвращаемся к думской все-таки ситуации. Вот здесь бы я хотел один из выводов сделать, который, значит, уже последующие события подсказывают, и которые, ну, кроме нас, вряд ли кто-нибудь сделает. А именно о чем? Зюганов не просто отказался от контакта с Ротфронтом, просто с рабочим движением. Ему не разрешили это сделать, я так думаю. И вот на основании чего. В то время, когда мы с вами провели еще первый съезд Ротфронта, когда мы звали, в том числе и зюгановских орлов, давайте классовый фронт вместе строить, городить, Зюганов активно взялся за построение так называемого народно-патриотического фронта, помните? И даже начал регистрировать некоторые ячейки по регионам. Но, наверное, политтехнологи Путина уже готовили вариант, в котором они будут работать на президентских выборах. Готовили вариант, чтобы отойти от вызывавшего изжогу у многих бренда «Единой России». Разработали вариант выхода на эти кампании, значит, с брендом «Народный фронт». Ну и после этого никакие другие фронты не должны были, так сказать, на политической поляне мешать этому движению. Поэтому была такая команда. Значит, Ротфронт не пропускать, Зюганову закрыть строительство народно-патриотических фронтов. Они срочно переориентировались на создание ополчения. Политтехнологи Путина выбрали методом ему выступление как защитника трудящихся и рабочего класса, что мы сейчас видим в различных инициативах с Нижнего Тагила, в разыгрываемых под руководством Говорухина спектаклях, кто там рабочих назвал быдлом. Да это политическая сила идет к своему концу, уже ясно. И получается, что кроме Путина защитника рабочих нет. Единственные два рабочих сейчас в Думе, это по спискам «Единой России» проведены. Трапезников и второй, забыл фамилию, парень. Металлург из Нижнего Тагила, бывший. Вот такие, так сказать, эмоции напрашиваются и выводы из состоявшегося, так сказать, подготовки к этим выборам и, соответственно, нашим действиям. Что показали выборы? Вот они состоялись, да? Состоялись выборы. Я думаю, что первое, что нужно отметить, не зря мы проводили эти переговоры. Хотя есть критические всякие замечания, мнения. Вот не надо было, ясно и так, что Зюганов, да давно известно, что это за... Надо было.
Надо было, потому что выйдут или мы еще раз были проявить их свою антирабочую суть. Вот раскрылись они полностью. Дальше уже вроде бы некуда в этом плане. Поэтому все это было сделано не зря. Второе. Значит, выборы показали, что с одной стороны какой-то процесс недовольства вроде нарастает, потому что Единая Россия меньше получила голосов. А с другой стороны, все остальные увеличили свое представительство, а Единая Россия получила то, чего и нужно было. Больше 50% представительства в Государственной Думе и полная управляемость процессом в этом плане. Значит, и те позиции, с которыми выгодно выходить на президентские выборы и продолжать процесс управления, потому что все основные рычаги, имеется в виду парламентских составляющих и, значит, рычаги исполнительной власти и средств массовой информации, находятся у них в руках. Выборы также показали, что то, что сегодня называется политикой, а в основном, так сказать, она сводится со стороны правящего класса к политтехнологиям, всяким разным, они достигли большого совершенства в этом деле. Они умеют, так сказать, разворачивать мозги иногда прямо удивительным образом и разыгрывать бои, вроде как настоящие, вроде как интригующие, вроде как даже захватывающие и будоражащие кровь, и управлять процессом даже там, где кто-то пытается сопротивляться. Вот маленький такой примерчик. Я внимательно следил за челябинской организацией КПРФ, где произошел раскол, причем большая часть восстала против Зюганова. Тем не менее, меньшая часть участвует в выборах под брендом просто КПРФ и получает процент больше, чем на предыдущих выборах, чем ожидалось и так далее и тому подобное. То есть речь идет, что в том, что называется выборами, честные, нечестные, обыкновенные, буржуазные, работает машина обработки мозгов, мало влияют процессы реальных, что ли, работающих организаций на местах или где, и больше работают образы, которые даются через главный телеящик, через каналы различных средств массовой информации, миллионами, десятков миллионов и сотен экземпляров, тиражей, часов и так далее и тому подобное. Еще один вывод, который хотел бы повторить, что КПРФ показала себя не просто как некоммунистическая или как мелкобуржуазная, она себя показала как антирабочая организация, проявила свою антирабочую суть. Уже не просто по теории, как бы, буржуазия всегда поддерживает ту оппозиционную партию, которая по демагогии, там, фразеологии и названию наиболее близка к настоящей революционной. Нет, буржуазия уже использует оппортунизм и ревизионизм как свое повседневное оружие, как оружие для борьбы с поднимающимся или могущим поднять голову движением и организованными, так сказать, отрядами. И еще один вывод, который сейчас уже, мне кажется, можно сделать, видно, что вот то растущее, что ли, недовольство в массах, значит, они умело гонят опять по вновь выстроенному альтернативному коридору. Вот. Они разжигают страсть уже за честные выборы. Вы за честные выборы или как? Вот. Уже целое движение, уже целые массы, уже митинги. А кто вроде против честных? Хотя с точки зрения, ну, науки, да и просто здравого смысла понятно, что если за честность принимать просто честность подсчета, да, то что-то там особенно изменится. А что, сама Конституция, что ли, честная, 93-го года принятая, да? А что, сами правила там, о партии? То есть, обеспечив абсолютную честность, мы все одно получим власть,
капитала и власть буржуазных классов, которые, ну, дальше по теории мы идем. Значит, они сумели вот это недовольство направить в разжигание истерии по поводу так называемого оранжевой опасности и оранжевой революции. Так? При этом абсолютно ясно, что более всего выгодна вот эта оранжевая оппозиция, проельцинская оппозиция с элементами, которые всплыли на поверхность из 97-98 годов, Путину. Потому что на их фоне он кем оказывается? Патриотом, защитником, государственником, сохранителем целостности России, отстаивающей российскую промышленность, гордость и даже защищающего рабочий класс и прочее, прочее. То есть мы опять имеем дело с тем же приемом, когда всех нас пытаются превратить в защитников той самой буржуазной демократии, которая и не выпустить за этой рамки. В чем наш выход? Вот наш вывод здесь сидящих, Ротфронт, РКРП. Я думаю, что вывод один – это самим становиться силой, организованной силой или той задачей, которая еще в манифесте прописана как организация пролетариатов, класс для себя. Может быть, мы пока находимся на том этапе, когда непосредственным успехом становится собственное расширение движения и приобретение каких-то навыков вот этой работы и прочее, прочее. Но при этом та составляющая, которая касается использовать парламентские методы и составляющие или не использовать, она для нас остается по-прежнему актуальной. Мы говорим, что, конечно, просто так бросать, складывать руки и говорить, что ничего не получится, никуда не пойдем, нельзя, надо за это бороться. Поэтому борьбу за регистрацию, за использование парламентской трибуны, за использование этих методов обязательно надо, значит, продолжить. В этой связи докладываю, что на 20 апреля назначен съезд, 4-й уже учредительный съезд Ротфронта. Поэтому, значит, приглашаются товарищи, участвовать будем идти. Предлагается тактика, что не ждать, пока там пройдут, не пройдут эти президентские послабления по численности чего-то, а идти и выходить, значит, наоборот, не дробиться, а на укрепление организации, на сохранение блока, на приглашение в блок всяких разных и других организаций и двигаться. А те предложения, которые власть подкидывает и вроде как направлены на демократизацию, их тоже надо понимать трезво. Если до этого была общая установка, высокий барьер не пускать, не дать через него перелезть, перескочить, то сегодня метод пытаются применить. Давай ситуацию до абсурда доведем. Давай зарегистрируем несколько, так сказать, десятков всяких разных, из них штук 20 будет настоящих коммунистических, настоящих рабочих, настоящих революционно-социалистических, ленинских, еще каких-нибудь. И тогда нормальный человек посмотрит и скажет, они там все с ума посходили. Так? А с помощью провокаторов организовать примерно такие вещи не так сложно. Поэтому пойду-ка я проголосую хотя бы за известную большую. За Прохорова проголосует некоторые. За Прохорова один есть, который сам был, да. При этом заметьте, что на это дело направлены хорошие финансовые ресурсы, никто не кричит, что это нечестно. Когда мы с КПРФ имели хоть какой-то договор о союзничестве на выборах 2003 года, а КПРФ выполнила его всего на 10% тогда, в показателях цифровых и прочее, там был такой пункт, в том числе, что КПРФ, так сказать, и финансирование, которое государственное положено, тоже делится в пропорции 1 к 10. И КПРФ его выполняло примерно года два, до тех пор, когда не была поднята планка. А тогда, если вы помните, тогда планка была такая, 0,5 рубля за один голос, который подан. Потом планка была поднята до 5 рублей, и КПРФ сказала, извините, товарищи, Виктор Аркадьевич, мы не можем
Не можем, потому что мы ставим партию под удар, мы нарушаем финансовую дисциплину, ни в коем случае, все это такое. А сегодня эта планка увеличена еще в несколько раз. Сегодня 20 рублей на уровне 2005 года и плюс индексация с 2005 года по сегодняшней. То есть это более 30 рублей за голос и прочее. Это Миронов с Зюгановым за участие в нечестных выборах честно получит на две партии более 500 000 000 рублей. А это ведь не просто, это средства массовой информации, это аппарат, это возможность, это не считая того, что дает, в общем-то, думское положение. Количество депутатов, помощников, выходы и прочее, прочее. Поэтому выход один, и этот выход, уважаемые товарищи, в том, чтобы организовывать собственные силы и самим становиться сильными. Как говорил Владимир Ильич, что нам говорят, вы сначала все объединитесь, вот всякие разные, мелкие, тут эти красные, голубые, еще какие-то, и будете сильными. Или нет, когда мы сильными станем, тогда с нами будут все, тогда потянутся. Ну, а поскольку мы все-таки с вами находимся в преддверии президентских выборов, они для многих людей более понятные, даже интересные и более, как бы, чувствительны, что ли, да? Потому как здесь-то вроде вообще все понятно, каждый. Ты за кого, так сказать? Помнишь, за Ельцина или за Горбачева? За Горбачева или за Ельцина? То в этой ситуации, конечно, значит, перед нами не то, что стоит вопрос, а необходимость есть, значит, обменяться мнениями и посоветоваться. Вот первое. Наверное, все мы понимаем, что никаких честных, что ли, выборов, честных с классовой точки зрения доскоробольщик не будет, потому что честность Прохорова, который честно собрал 2 миллиона подписей, затратив на это несколько миллионов зеленых, и честность рабочего, который пойдет голосовать, и, так сказать, она несколько разные понятия. Их разные измерители, это разные основы этих дел. Поэтому поддаваться на удочку, участвовать в борьбе за так называемые честные выборы, это в лучшем случае глупость, а в худшем случае это вольная или невольная помощь власти в создании видимости, демократичности, там, честности и прочее, прочее выборов. Это раз. Второе. Значит, кого поддерживать, как поддерживать или не поддерживать, ничего. У нас, как у РКРП, позиция выработана была на пленуме, где мы сказали, что мы из тех, которые известны и выдвинуты, никого поддерживать не будем. По вполне известным причинам, в том числе Зюганова. Потому что он, значит, не только не проводит линию в пропаганде своей, так сказать, в президентской кампании на организацию борьбы людей труда, а наоборот, по сути дела, выступает с антирабочих, с антинародных, значит, позиций, сдерживая эту борьбу, разрушая ее, обманывая. Однако, при всем при этом вроде встает вопрос, слушай, ну так ведь хочется, а если мы выдвинем требования к этим кандидатам, которые есть, ну пусть они поклянутся, пусть они возьмут на себя обязательства, вот тот же Удальцов, да, вот. Обратился я и наш левый фронт, и к Зюганову, и к Миронову, там, и еще к кому-то. А ну-ка возьмите на себя обязательство, если вы станете президентом, поклянитесь, что вы думские выборы отмените, политическую реформу проведете, президентские выборы новые назначите, и там... Конечно. Слушай, казалось бы, а что не взять-то? Что, Зюганов или Миронов собираются президентом, что ли, стать? Да никогда. Да, на тему, если я стану президентом, что угодно пообещаю. Поэтому идти по этому пути, это то же самое, как за честные выборы бороться. Но при этом встает все-таки вопрос, а могли бы мы при каких-то других условиях поддержать того же Зюганова или Миронова? Ну, если бы Зюганов соответствовал своему названию, как представитель коммунистической партии, наверное, могли бы, если бы он вел соответствующую пропаганду коммунистическую на этих выборах.
И уж если от него чего-то требовать, то надо было бы требовать не то, что ты сделаешь, когда станешь президентом, а требовать, что ну-ка ты народу обещаешь, что ты сделаешь со своей партией, не став президентом. Вот у тебя фракция, 92 человека, а у Миронова еще там 70 штуков, да? Так вы вместе почему не вносите прогрессивные законы, которые упрощают процедуру проведения забастовок, которые расширяют права профсоюзов, которые минимальную заработную плату, так сказать, до уровня хотя бы физического воспроизводства рабочей силы, так сказать, поднимают и прочее. В конце концов, вы получите на двоих 500 000 000 рублей и считаете, что это честно, ну, поделитесь половиной суммы для организации забастовочного фонда. Вот это будет хоть какая-то польза развитию движения. Вот я думаю, тогда мы могли бы даже поддержать его и сказать, что это хоть с паршивой овцы, шерсти клок и шаг вперед там по прочее-прочее. Но этого, конечно, нет. Есть как раз обратная линия. Значит, обратная линия и, значит, обратная линия, и есть смысл ее немножко с теоретической точки зрения обсудить в чем. Вот я читал, так сказать, статью Александра Сергеевича, слушал Михаила Васильевича, некоторых других авторов и прочее, что все равно говорят, слушай, ну, вот если всех их выстроить, то вроде как получается, что Зюганов все равно наиболее левый, пусть он мелкобуржуазный какой-то социалист, представитель мелкобуржуазной партии. Поэтому по теории, если он получит больше голосов, то это все равно какой-то сигнал и обществу, и власти, и тогда увеличиваются, значит, возможности борьбы и возможности для каких-то позитивных изменений. Вот я думаю, что это не так. Не так прежде всего потому, что и у Зюганова, и у Миронова, в партиях я имею в виду, на сегодняшний день признаков не мелко, а нормально буржуазной или обычно буржуазной консервативной партии и консервативного социализма, буржуазного социализма, много больше, чем, так сказать, мелкореволюционного, мелкобуржуазного. А именно, вот главный признак буржуазного социализма, если исходить из еще манифеста коммунистической партии, это желание сохранить буржуазный строй, значит, всякими различными методами, прежде всего, остановив людей от участия в борьбе. Даже более того, проявить отвращение пролетариям к этой самой борьбе, к этим самым столкновениям, поскольку это ужасно, это там всякое разное и прочее, прочее. И вот посмотрите, значит, у того же КПРФ, у той же КПРФ, и, так сказать, можно и про Миронова несколько ниже сказать, из этих показателей. Лимит на революции. И все, да? Никаких революций, никаких видов борьбы больше не надо. Классические примеры. Есть два метода. Есть два метода. Методом булыжника и методом бюллетеня. Методом соревнований. Программ, команд, умов. Я выступаю за второй вариант. Не надо нам этих булыжников или прочее. Все это уже было, все это мы проходили. Совсем недавно, в деле дебатах, краем, так сказать, глаза смотрю, Зюганов, вы видели, что на Болотной происходит и что на Поклонной? К чему дело ведут? Это ведь может быть большая буча. Мы, как ответственные политики, должны избежать этой столкновения. Это нас специально, так сказать, ведут и прочее, прочее. Ну, так, вот истинное лицо твое. Еще более показательный пример, как выступление уже вполне осознанно охранителями этого строя Геннадия Андреевича и его сотоварищей. Речь идет о том событии, которое было в 98 году, помните? Значит, руками так называемого киндер-сюрприза, то есть Кириенко, проводят операцию, которая вообще-то называется «Дефолт». Четыре с лишним раза обесценивают рубль, обесцененными фантиками затыкают дыры по
зарплате, многомиллиардные дыры, которые образовались и которые людей выводили тогда на рельсы, перекрывали дороги, Транссиб даже и прочее, прочее. И в это время, по воспоминаниям самого Геннадия Андреевича, ему звонит Ельцин, нездоровый, спрашивает, что будем делать, Геннадий Андреевич, что делать будем? Геннадий Андреевич 3 дня уговаривает Евгения Максимовича Примакова, обещает ему делегировать в правительство и делегирует Маслякова, уговаривает вместе Геращенко, и так называемое правительство народного доверия спускает пар свисток, как он говорит, героическими усилиями успокаивают ситуацию, вводят в норму, а по сути это дело известным методом, девальвированным рублем, создает определенные преференции для собственной промышленности, ну, известный в буржуазной экономике, так сказать, метод и так далее. И тем самым помогает устоять системе, помогает сгладить ситуацию, помогает ей, так сказать, существовать дальше. Черт с ним. В принципе, можно было бы списать, ну, промахнулись, ну, ситуация такая была, ну, там это и эмоции или где-то чего-то. Но они ведь этот принцип возвели в свой программный. Они включили это в программу своей партии, в предвыборную программу Зюганова сегодня. Так называемое правительство народное доверие, даже с названием персоналей и через честные выборы. Это главный пункт их программы. Поэтому показатели, я думаю, их можно вполне уже относить к буржуазной партии. Значит, по тому факту, что вообще-то они продолжают линию Горбачева и с этой линии пришли к сегодняшнему ситуации. Советский Союз, значит, КПСС, печально развалившиеся, и сегодняшнее, так сказать, наше положение, это благодаря этой линии и, значит, этой политике. Ну уж если исходить, что они и антирабочую позицию занимают в политтехнологиях, в той же выборной кампании, тот же Ротфронт для них, кремлевский проект, слова Зюганова. Поэтому неправильно, мы так думаем, будет поддерживать в любом варианте Геннадия Андреевича на этих выборах, ну, равно как, впрочем, и других. Если говорить о Мироновине, то я думаю, что они, во-первых, очень близкие по своим всем программным и прочим положениям. И что интересно, времени маловато, об этом цифры говорят. Вот я лично сравнивал несколько раз те таблицы, которые публикуют «Справедливая Россия» и КПРФ в своих газетах. Знаете, как обычно перед выборами. Наша фракция голосовала вот так, а другие вот так. И там перечисляются по вопросу там, земельный кодекс, ну и там пунктов 25 возьмут. То же самое публикует «Справедливая Россия». Так вот, корреляция по этим показателям между позицией КПРФ и «Справедливой России» 95%. Это практически одни и те же партии, редко там бывают расхождения, и то по вопросам, которые от них не зависят, там, какие-то решения. Еще интереснее есть показатели. Вы помните, значит, утверждение, что в принципе «Справедливая Россия», она создана как проект, никто не отрицает, для того, чтобы заменить КПРФ со временем. Зюганов всячески открещивается, Миронов наоборот, каждый раз предлагает, что когда-нибудь мы объединимся, рано или поздно этот момент светлый настанет и прочее, прочее. Значит, мы пока не успели просчитать на мат-аппарате результаты выборов 2011 года, но очень интересные цифры 2007 года. Кто не читал их, может еще и в интернете познакомиться, на нашем сайте есть. Речь идет о корреляционном анализе результатов, которые получали партии в 2007 году. Значит, по 157 округам, на которые по закону тогда были разбиты все эти дела, проводились анализ. И что я должен сказать? Все партии, которые участвовали в выборах, имеют отрицательную корреляцию по отношению к Единой России. Все. Вот они, то есть в общественном сознании масс, имеется в виду сознание деформированное, искаженное, иллюзорное, там, как говорят, с помощью средств массовой информации. Но
все выглядят оппозиционерами по отношению к Единой России. И между собой все имеют небольшую, но положительную корреляцию партии. И вот КПРФ имеет самую большую положительную корреляцию по отношению с партией «Единая Россия». Она не так велика, но тем не менее, эта корреляция положительная равняется примерно 0,3. Положительная корреляция. А «Справедливая Россия» наоборот. Она имеет самую большую отрицательную корреляцию из всех оппозиционных партий по отношению к «Единой России». То есть, понимаешь, она, понятно, что она искусственно образована, но она вот воспринималась как по отношению к этим единороссам именно как наиболее оппозиционная, и психологически это можно объяснить. Потому что они борются за одну и ту же кормушку буквально, за одни и те же места. Один раз в состоянии легкого алкогольного опьянения мне один видный единоросс сказал так, я тогда депутатом еще был, говорит: Аркадьевич, ну ты же ты-то понимаешь, что они точно такие же, как мы, только еще хуже. Совершенно. Понимаешь, вот это такое удивительное, гениальное определение, но вывод-то из этого один. Я думаю, что независимо от субъективных желаний, так сказать, Зюганова и членов КПРФ нынешних, власти и политтехнологи власти, в общем-то, умело ведут дело к тому, что сближают эти самые два направления и вполне имеют благоприятную перспективу с течением какого-то времени слить их в одну организацию. До поры до времени они там могут сохранять одно название, может быть, другое. То есть выполняются слова Путина, которые сказаны им в книге вот от первого лица. Помните, может быть, что КПРФ – это действительно структурированная партия. И она имеет все шансы стать цивилизованной парламентской оппозиционной партией в европейском понимании этого слова, если избавиться от своих идеологических тараканов. Идеологические тараканы – это диктатура пролетариата, революция, там, советская власть, национализация и прочее, прочее. Вот этот процесс успешно идет, им управляют. Поэтому Миронов успешно выполняет свое задание, превращаясь в оппозиционера и, так сказать, наращивая свои показатели и прочее, прочее. Но для нас это значит только одно, что мы должны проводить свою политику, не поддаваться на эти, значит, всякого рода обещания, обманки и прочее, прочее. Тем более, что мы видим, ну, как бы такие явления, как, выражаясь словами Обухова, это секретарь КПРФ, один из главных политтехнологов, профессор. Наконец КПРФ становится лидерской партией. Это что значит? Значит, меньше надо обращать внимание на всякие программы, тем более на научное наследие, там, на историческое и прочее, прочее. А больше на то, чего лидер говорит, куда зовет, что думает и прочее, прочее. Значит, ну и заканчивая, еще есть совсем какой-то такой наивный, что ли, довод. Мы должны побороться за второй тур. Если Путин не победит в первом туре, это будет ему гигантская пощечина. Это будет несомненный успех. Это будет показ, что наш народ не быдло, а мы, так сказать, достойны уважения. Это будет позиция, с которой гораздо удобнее потом будет чего-то как-то. Вот я сам себя спрашиваю всех. В 96-м Ельцин победил во втором туре, да? Ну и что? Ну что, в чем была выгода позиции народа, трудящихся, рабочего класса и прочего? Только в том, что Геннадий Андреевич первый позвонил и поздравил его, так сказать, с честной победой на честных выборах. Вот, все. И вообще, вот как политтехнологи. Вот победит Путин во втором туре, они сразу скажут: вот видите, у нас настоящая демократия, два тура, борьба, это же не просто так. Победит Путин в первом туре, тоже известно, что скажут. Вот показатель
перевеса сил, доверия народа, который сразу обеспечит. То есть опять тот же самый альтернативный коридор, в котором выбирайте. Да? Честный выбор с этой стороны или честный выбор в два тура, или в один тур. Но все равно получите то же самое. Поэтому, заканчивая, хочу еще раз вернуться к главной мысли, что выход у нас один. Самим превращаться в действующую, настоящую, весомую политическую силу. И прежде всего вне выборов, а в реальной жизни, на фабриках, заводах, там, где чуть-чуть, но начало получаться, в классовых профсоюзах, где есть, в Родфронте, который является политической составляющей этого общего движения. Ну а дальше, как самое, другой у нас перспективы, как классовая драка, классовая война, нету. Поэтому желаю успехов всем нам в этой общей борьбе. В качестве источников для изучения темы рекомендую прежде всего, значит, манифест Компартии Владимира Ильича Ленина, первую программу РСДРПБ и его работу в 41-м томе «Детская болезнь левизны коммунизма». Я во время уложился, поэтому сам готов. Так, вопрос, пожалуйста. Ну так на выборы это не ходите, так. Так, что делать? Нет, значит, так, если... Сейчас, отвечаю на вопрос товарищу профессору Казенову. Да. Значит, ответ на этот вопрос изложен в наших статьях, которые рекомендую читать в «Трудовой России». Мы рекомендуем так, так сказать, на сегодняшний день. В выборах или в поддержке кого-либо из кандидатов не участвовать, раз. Второе, поскольку существует опасение, что просто неявка на выборы тех, которые антипутинские настроены людей, а мы себя считаем антипутинскими, это вольная или невольная помощь Путину, поэтому лучше прийти, бюллетень взять, то есть ты попадаешь в число учтенных, выданных бюллетеней, на бюллетене написать, что вы думаете о всей этой системе. Вот я напишу, что ваши выборы являются не демократическими, никакими нечестными, там, и только в других выражениях. И этот бюллетень опустить. Таким образом, значит, вы уменьшаете процент голосов, поданных за Путина. Вы свой бюллетень используете, не даете возможности за вас кому-то другому там это самое сделать, опустить. И, в общем-то, вы не отказываетесь от участия в выборах, потому что, значит, пофигистские настроения просто не ходить, это, ну, наверное, одни из все-таки худших настроений. Сегодня не пойдет, завтра вы и в следующий раз, когда уже рабочая партия будет участвовать в этих выборах, этого человека с трудом позовете куда-то. Значит, официальную позицию мы еще, кстати, методом селекторного проведения политсовета Родфронта РКРП еще будем раз уточнять. Поскольку мы какое-то время выжидали тот же Зюганов или Миронов вот на те предложения Родфронта, которые я говорил, и забастовочный фонд, и развитие классовой борьбы, как-нибудь откликнуться, они не откликнулись. Они откликнулись на другое. Обещали Удальцова в правительство взять. Там еще всяких разных товарищей, в том числе из либералов посмотреть, кто может пригодиться. Делягин уже приглашал в правительство, Глазьев, так сказать, по экономический блок готов возглавить. Болдырев, да, большой демократ. Так что это... Руководитель Народного это фронта. Это преступник, самый настоящий. Тихо. У меня есть доказательства. Стоп, давайте вопросами, товарищи. Вопросы. Виктор Аркадьевич, такой вопрос. Из ваших высказываний получается, что практически КПРФ, Справедливая Россия одно и то же. Или очень близко к этому? Близко. Так вы считаете, да? Во-первых, близко, во-вторых, это сближающиеся политические тенденции. То есть, если брать сегодняшний день, они намного ближе, чем были 5 лет назад. И по программным положениям, и по персональному составу. И более того, вы посмотрите, наиболее толковые статьи, предположим, по социальным вопросам политики той же Советской России принадлежат чаще всего перу Дмитриевой и Хованской. Да?
и справедливой России. Я вот был в Госдуме, когда, ну, много раз я и здесь, по-моему, вам приводил пример, что в комитете по образованию, очень важный комитет, но КПРФ, НИКАФ, 8 человек, в комитете по труду, так сказать, 2, и то, так сказать, ну, Тюлькин там, так сказать, пробовал что-то как-то по этому вопросу и с трудовыми коллективами, и забастовками, и прочее, прочее. А парень и некогда, она женским там движением еще чем-то занимается. Весь остальной, вся остальная фракция КПРФ почти ничего. А тот же Олег Шейн, ну, понятно, что он от прежних своих очень даже неплохих левых позиций ушел вправо, но тем не менее в области трудового законодательства и трудового кодекса, который проводили, и того, что в Думе творилось, он и с сегодняшними справедливо росами, так сказать, в лучшую сторону отличался где-то. Поэтому тенденции идут на сближение. На сближение с общим креном вправо, так я сказал. Еще у вас вопрос, пожалуйста, Александр Сергеевич. Виктор Викторович, мы говорим КПРФ, подразумеваем Зюганов. Мы говорим Зюганов, подразумеваем КПРФ. Так на выборах мы все-таки голосуем за Зюганова или за политическую силу, которую он представляет? На выборах мы голосуем за политическую силу, которую представляет. Но при этом мы знаем, что эта политическая сила все менее и менее становится политической силой самостоятельной. Она все более и более становится политической силой, управляемой властью Зюгановым. Пример с лидерской партии я вам привел по этому делу. Да? Поэтому не стоит поддерживать эту политическую силу на этих выборах. Это с точки зрения докладчика, ну и тех политических организаций, которые... Спасибо. Так, вот. Ваш вопрос, пожалуйста. Дорогие товарищи, я сегодня... Вопрос. Просто для сведения. Не надо для сведения. Вопрос, пожалуйста. Вопрос вот какой. Может быть, еще нам активность проявить еще в общем. Я сейчас говорил одному... Вопрос, товарищу. Пожалуйста. Если нет вопроса, то садитесь, пожалуйста. Ну, пусть скажет. Потом у вас будет... Одно выступление будет. Пожалуйста. Вопрос, пожалуйста. Виктор Аркадьевич, везде звучит такая мысль, что вот эти оранжисты, оранжевое движение, якобы создано, как-то косвенно даже и вы сказали, вроде Путиным, для того, чтобы себя оттенить, хорошо выглядеть. А если посмотреть геополитическое на это дело, не кажется ли вам, что вот эти все поджоги всей, всего Северной Африки, переход в Сирию, до Ирана и так далее, нет ли тут связи? Да дело-то в том... страх людей за стабильность. Значит, ведь то, что я высказался, что Путину выгоднее других наличие вот этой оппозиции, да, оно совсем не отрицает возможной связи тех же наших оранжистов с Госдепом США и прочее, прочее. При этом мы впервые эту мысль высказали о том, что Путину выгоднее всего иметь таких оппозиционеров, как Миша 2%, как Немцов, преемник Ельцина, ну, официально, помните, Борис Николаевич? И как вся эта сволочь, которую люди помнят как верных подручных Ельцина Гайдара, еще до того, как разразились вот эти самые арабские так называемые революции в Египте, Тунисе и прочее. Так или не так? Так. Другой вопрос, что хорошо это понимая и имея хороших, там абсолютно не дураки политтехнологи, которые сидят с Путиным в Кремле и прочее, прочее, они умело это используют. Они умело это, ну, как бы сказать, запускают в практическую эксплуатацию. Спекулируют. Да? Поэтому что тут на самом деле говорить? А и наоборот. Вот когда мои друзья, коммунисты, хорошие коммунисты, в том числе из международного коммунистического движения, пробует провести мысль, что ресурсы империализма уже почти исчерпали, либеральная модель рухнула, и теперь у них почти ничего не осталось. Зюганов, кстати, это уже пробует. Вот осталось чуть-чуть. Я обычно, ну, утрируя, конечно, отвечаю так, что, ребята, бросьте. У них ресурсов еще до пса. При этом, если им нужно будет надо для сохранения самого капитализма сделать, то они... сами поднимут красный флаг и сами запоют интернационал. Понимаете? И реализуют модель под красным знаменем, которая все равно будет основана на частной собственности. Ресурсы у них еще и хитрости, и подлости хватает. Еще Лужков был. Вот там у вас вопрос, пожалуйста. Да, можно. Вот вы,
своей борьбе ничего не сказали, там вопросик был, да? На современном этапе в России. И второй вопрос. Почему вы не выставляли кандидатуру президентом? Ну, о классовой борьбе я, по-моему, через каждый абзац, так сказать, пытался вставить, что любые выборы для нас рассматриваются как инструмент возможности усиления классовой борьбы. Возможно, бойкотировать для того, чтобы усилить, будем бойкотировать. Если нужно участвовать для того, чтобы усилить, будем участвовать и так далее. А с точки зрения президентских выборов это самое. И тут я становлюсь сам поборником честных выборов. Разве это возможно 2 миллиона подписей собрать для того, чтобы значит, за месяц зарегистрировать кандидата? Да? Вообще возможно? Поэтому это условие для честных выборов. А честные выборы только состоявшиеся люди. Если ты сам себя не смог сделать миллиардером, что ты тут лезешь в президент? Что ты для страны можешь сделать? А я не лезу. Поэтому это честно, что ты не лезешь и сидишь. А он сумел поэтому туда. Поэтому если бы вообще РКРП, Ротфронт обладали бы мощностью, так сказать, выдвинуть и эту трибуну использовать для чего-то, наверное, мы бы посоветовались и решали. Может быть, использовали. Может, и пошел бы кандидатом там Этманов или Попов. Или еще кто-нибудь. Ну, я к примеру, так сказать. Ну, Маленцов, значит, Попов боится, Маленцова пожрем. Что там? Попова с кафедры снимут. Да, Маленцов, что ему терять? Ну, там, на электросиле, так сказать, закончит карьеру, пойдет на ЛМЗД. Виктор Аркадьевич, да. А вы не слышали о конвенции между Жириновским и Зюгановым? И якобы Миронов к ней примыкает о передаче голосов. Я думаю, что можно сказать, что между ними значит, имеется главная конвенция. Между Мироновым, Зюгановым и Жириновским. Они разделят ту сумму, которая ну, где-то под 1 миллиард рублей приходится между собой за участие в этих выборах. И дальше они обещают совместный контроль, честные дебаты, вместе обижаются на Путина, что тот от дебатов уклоняется, вместе говорят, что Прохоров это тут с выскочкой тут влез. У нас партии выдвинули, а этот с миллиардами со своими пробует сейчас. Вот и вот вся конвенция. Что тут? Так, ну что, давайте к выступлениям перейдем. Да. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, что мы все прослушали хороший доклад, содержательный. Он отразил многие аспекты глубоко в наших принципиальных категориях. И есть все-таки некоторые такие возражения. Я, чтобы не задерживать внимание, остановлюсь на одном. А именно, на вопросе, который я и задавал, за кого голосовать и ходить ли на выборы. Виктор Аркадьевич высказался в том смысле, что, в котором вы слышали. И эта позиция, она напоминает позицию некоторой части демократов в 89-90 году. Что вот не будем голосовать, нет, испортим бюллетени, унесем с собой бюллетени там, и так далее и тому подобное. Мне думается, что нам эта позиция не подходит. Почему? Потому что мы голосуем, во-первых, не за Зюганова, а за политическую силу, за партию, которая за ним стоит. Как бы там ни было, какая бы она действительно там буржуазная и мелкобуржуазная ни была, все-таки трудящиеся на нее ориентируются, и таких трудящихся 12 миллионов. Поэтому нельзя терять из вида, что за этой политической силой стоит 12 миллионов человек, которые отдали голос за КПРФ. Отдали голос за коммунизм. Они не все разбираются в теории, не все там понимают тонкости внутриполитической борьбы, но они тянутся к коммунизму. И если вы их так оставляете, то, стало быть, они гаснут, разбегаются, затухают и растворяются в конце концов. Поэтому думаю, что мы идем с сознанием, что эта партия мелкобуржуазная,
Но трудящимся она так иначе ближе. А в нашей стране масса народу, не масса, а 12 миллионов, они все-таки голосуют стабильно за КПРФ. И я думаю, что бросать их в этом отношении не стоит. Что касается соотношения партий и расценок интересных, которые Виктор Аркадьевич привел, то я хочу поделиться своим расчетом, который я сделал вчера. А именно, расчет стоимости одного места Государственной Думы для разных партий. У меня получилось, что место Единой России стоит 2 300 000 рублей. Совпадает с Виктором Аркадьевичевыми корреляциями, место КПРФ стоит тоже 2 300 000 рублей. Место Справедливой России стоит 5 миллионов. И место ЛДПР самое дорогое и стоит больше 9 миллионов рублей. Ничего так. Вот, поэтому, значит, мы, я думаю, что должны прикидывать, что КПРФ, она здесь в этом отношении, значит, партия не бедная, она партия, которая имеет большие доходы, источники доходов откуда-то. Понятно, что это подкупает и разлагает партию, но повторяю, что кроме самой партии, кроме политической силы, за которую мы голосуем, мы должны еще видеть и те 12 миллионов человек, которые стабильно, постоянно голосуют за КПРФ. Так, что? Пожалуйста, Антон. А вопрос можно? Вопрос уже закончен. Нет, вопрос к докладчику. Нет, иначе у нас будет это потеря времени. Знаете, вот Виктор Аркадьевич совершенно верно сказал, что нам необходимо, вот первое, что делать, это наращивать свои силы, не смотреть на других, а наращивать свое. И здесь, надо сказать, у нас проблемы-то очень большие. Вот товарищи наши, так сказать, немножко кипят, что Родфронт не зарегистрировали. Ну а давайте подумаем сами. Вот в стране у нас 27 миллионов промышленных рабочих. Ну, пускай 20, округлим в низшую сторону, да, бросим. 27. Значит, 1% от этих рабочих – это 270 тысяч человек. За Родфронт было собрано где-то 76 тысяч подписей. Причем мы понимаем прекрасно, что эти подписи собирались вокруг каждого активиста РКРП, других организаций, вошедших в Родфронт, там некое облако такое из 5-6-10 человек, там бабушки, дедушки, коллеги по работе и так далее. То есть вот очевидно, что не больше 10 тысяч вот, действительно вот, активных людей по России. И коль скоро нет у нас сил, ну как тут можно рассчитывать на то, что кто-то нас зарегистрирует здесь? Мне даже было бы странно, если бы нас зарегистрировали. И думаю, что какой-то суд здесь за нас вступится, и какие-то ОМОНовцы побегут вот заставлять нас регистрировать, мне кажется, это, конечно, наивно. Потому что сил, а почему сил у нас нет? В свое время немецкие товарищи, еще в начале 20 века, была у них такая тройная фраза «штудирован», «пропагандирован», «организирован». Вот с первой частью, со «штудированным», у нас, вообще говоря, очень плохо дела обстоят. Я рад, что в РКРП большой авторитет у Виктора Аркадьевича. Сегодня вот мы видим здесь полный зал. Но здесь вообще каждый четверг собираются занятия, и тема здесь с точки зрения организации и борьбы повседневной никак не менее актуальная, а я бы сказал, более актуальна, чем нынешняя. Нынешняя она немножко все-таки, я ни в коем случае не хочу обидеть, но она немножко пикейно-жилетовщиной отдает. Вот Зюганов с этим, с Жириновским коалиция, а у Справедливой России КПРФ корреляция. Вот это такая большая политика, мы погружаемся в пучину этой высокой политики. Вот, это вот интересно, вот это чувствуется, что тема эта интересна, а вот тема вот аккорд договорах, тема какая-то вот более такая приземленная, она менее интересна, и народу бывает намного меньше на этих темах. И это вот, конечно, ошибки в знаниях. Вот Виктор Аркадьевич совершенно верно сказал, что мы входим в полосу турбулентности определенной, и без нее не обойтись в конечном итоге. Давайте вот подумаем. Вот юнкера, которые осенью 2017 года противостояли большевикам, были убиты,
какое-то количество из них. Вот все ли они были вот такими вот барами, которые считали, что вот быдро востаро, надо его давить. Нет, там было много и честных людей среди них, которые за Россию были, вот и простым людям хорошо относились. Среди махновцев, что мало было порядочных людей, сам Нестор Иванович Махно был, что он какой-то стяжатель был. Он был революционер, анархист, порядочный человек, не крупный. Среди тамбовских христиан, восставших, что не было порядочных людей, хороших были. Вот на крутых поворотах истории, что называется, конечно, у всех так, здесь собрались, так сказать, люди, которые, я думаю, дают себе отчет, что не стопроцентная вероятность есть пережить эти повороты. Но трагедия большая – это погибнуть где-то вот в каком-то гнилое дерево, вмешавшись, и погибнуть на какое-то вот гнилое такое вот дерево, блестясь в хвосте у каких-то вот не тех людей. Учиться, конечно же, надо, и учиться надо много. А с этим определенные проблемы. И это чувствуется, поэтому нет успеха и среди коллег по работе у многих. И слабенькие, чтобы их оставить, профсоюзы в большинстве случаев. Вот это надо иметь в виду. Вот, в общем-то, на этом, пожалуй, всем. Пожалуйста. Мне хочется с позиции все-таки рабочего класса немножко здесь сказать о том, что мы практически вот учеба, обсуждения, разговоры, все это, с одной стороны, так сказать, повышает наш идейный, образовательный уровень. Вот. А с другой стороны, есть те горячие точки, те очаги сопротивления, которые вызревают вот в это время и которые, так сказать, о себе заявляют, что практически при всех этих обещаниях, разговорах достают простых людей или граждан нашей страны по тем или иным позициям, связанным с бесхозяйственностью, с криминалитетом и по другими вещами, и производительные события тоже бывают. Вот мы с вами являемся свидетелями полосы, так скажем, техногенных катастроф, аварий. И при разборках поясняется, что те хозяйственники, которые нам, идеологи, утверждают за свое добро, стоят, но они стоят за счет жизни и здоровья наших простых трудящихся. И вот хотя небольшие эти ростки существуют, о себе заявляют, наверное, мне кажется, надо на это направление нам тоже по максимуму обращать внимание и поддерживать. Пролетарская солидарность, профсоюзная солидарность, совместные действия – это тот путь, который все-таки людей окучивает, поднимает и поднимает на борьбу. Мне кажется, вот в этом плане нам, может быть, не совсем хорошо, там, какой честный Махно был или кто-то другой Махно, а лучше наших современников, людей, поддерживать и всячески поднимать их и помогать им обрастать массами. Вот этот путь действительно имеет перспективу, и нам надо по нему идти. Спасибо. Я несколько слов скажу тоже. Я разделяю основные положения доклада Виктора Аркадьевича. Думаю, что он продуманный, опирается на теоретические основы марксизма-ленинизма. И если говорить вот о тенденциях, о динамике, я думаю, что вот Александр Сергеевич полностью согласится, что, конечно, скажем, если мы поставим вопрос, куда дрейфует КПРФ, ну вот я могу привести брошюру товарища Казенного, который разбирал программу КПРФ. Это было лет 10? 10 назад. 10 лет назад, и мы к ней еще сделали такую карикатуру, так сказать, вот идет железная дорога, и там шлагбаум. То есть никуда она не ведет, никакому коммунизму, потому что там коммунизма нет в конце. Нет в конце. В конце переходный период. То есть такая собственность, такая, все формы собственности. А это значит навечно остаться в коридоре, который вроде как идет к социализму, но никогда не придет. Это на практике мы видели в Молдавии. То есть вот если, скажем, вдруг предположить, что КПРФ вот нынешний свой придет к власти, ну, изберут Зюганова. Хотя никто в это не верит, и нет никакого спора. Нет, уверены, среди... что не изберут. Все уверены, что не изберут, и все знают, кого изберут. Поэтому не об этом речь. Но если это предположить, какой строй обеспечит эта политическая сила, о которой мы говорим? Эта политическая сила обеспечит капитализм. Она его немножко перелисует, где-то подрумянит, где-то подкрасит. Ну, как было в Молдавии, там какие-то социальные моменты там прозвучали. Но, с другой стороны, мы видели на примере того же самого Воронина,
что у них там громят президентский дворец, выкидывают компьютеры, все разбивают, можно было всех пересажать в тюрьму, партии эти запретить. Как говорится, установить уже более прочную власть. Нет, он там слюни распустили. Вот как себя поведет, скажем, такая фигура, как Зюганов? Ну, примерно так, наверное, и поведет, потому что ну, мы уже знаем его давно. Если он призывал не ходить на демонстрацию после расстрела Биодо на 7 ноября, я сам это видел по телевидению, неизгладимое впечатление, так сказать, о чем говорить. Значит, поэтому я думаю, что у нас тут достаточно ясная у всех картина, что это такое. В то же время, я думаю, что вот и то, что сказал Александр Сергеевич, тоже надо учитывать, что тем не менее, что вот на сегодняшний день, вот КПРФ это довольно массовая организация. Все вот эти буржуазные партии, они вообще бумажные. Вот РКРП не бумажные. А вот эти вот партии, они все бумажные. Там нет никакого членства, нет никаких собраний. Что, собрание Единой России, там что, есть люди, что ли? Там есть подписи. И подписи сделаны строго по закону. Поэтому я думаю, что если мы вот с этой стороны смотрим, с точки зрения рассмотрения этой организации как политической силы, мы что знаем из теории? Что ни одна мелкобуржуазная партия социализма не дает. Поэтому это вот оценки абсолютно совпадают. Если, вот, скажем, КПРФ представить себе как выигравшую власть, победившую, она социализма не даст. А какую даст? Это же и раньше было известно, что эсеры, они могут только буржуазную революцию дать. Ну, взять землю, разделить, а потом снова опять кулаки, бедняки. Эти тоже же в программе у КПРФ можно найти. Мелкий и средний бизнес надо поддерживать. Всех надо поддерживать. Рабочих, крестьян, мелкий, средний. В общем, всех, кто за тебя проголосует. Поэтому, конечно, эта партия мелкобуржуазная, а выводы совершенно правильные, что если она мелкобуржуазная, то она тяготеет к кому? К настоящим хозяевам, к буржуазии. Она на них равняется, мечтает стать настоящей буржуазией. Поэтому, конечно, вот когда мы говорим мелкобуржуазная партия, мы вовсе ее не хвалим, во-первых. А во-вторых, мы отмечаем только тот момент, что действительно, как мелкобуржуазия, это трудящиеся и собственники, они-то работают, они-то вроде трудящиеся, но все их мечты направлены на то, чтобы стать настоящим хозяином, хозяином стать капиталистом. Вот поэтому при этой оценке, что мы можем сказать? Очень простая, так сказать, политическая позиция. За буржуазную партию мы не можем голосовать, если мы коммунисты, правильно? Не можем. Там. Чего бы ни рассказывали про Путина, что он останавливает там оранжевую, желтую, красную, синюю революцию. Мы не можем за это голосовать, за буржуазную партию. Это значит перестать быть коммунистами. Голосовать за партию рабочего класса мы не имеем возможности затем, потому что ее, так сказать, заставили за краем этого самого выборного поля. Теперь по вопросу о том, значит, допустимо ли голосовать за значит, КПРФ. Я думаю, что призывать голосовать за КПРФ, я думаю, мы тоже не должны. Призывать. А считать допустимым можем. Я бы вот согласовал в эти позиции. Допустимым почему? Вот, скажем, мы такой эксперимент проделали. Российский комитет рабочих, значит, обратился к Ленинградской организации КПРФ. Вот вы примерно тоже с таким вот предложением, требованием, ультиматумом. Вот если вы поддержите программу коллективных действий профсоюзов, которую поддерживают ведущие профсоюзы, поддерживает, значит, Российский комитет рабочих, собственно, все ее поддерживают. РКРП ее себе, так сказать, записала в специальное решение съезда о том, что мы в вопросах рабочего движения руководствуемся программой «Единые действия профсоюзов», задача коллективных действий. Воронцов, правда, не первый секретарь и не руководитель Ленинградской организации, написал Алексею Васильевичу, мы поддерживаем, согласны с нею. Ну, в таком случае, так сказать, товарищи могли, учитывая это обстоятельство, в данном случае за КПРФ проголосовать. За какой КПРФ? Вот за то отделение, которое с этим выступило. А другие отделения не выступили, и в отношении, значит, КПРФ мы ничего такого сказать не можем. Теперь наши товарищи из Нижнего Новгорода аналогичные, так сказать, сейчас письма направили партиям, в том числе «Справедливую Россию», «Зюганову». Ну, вы ответ, наверное, понимаете, какой будет. Ничего, оттуда, скорее всего, никакого ответа не будет. А если будет, что, дескать, да мы и так все хорошо делаем. Поэтому каких-то оснований у нас твердых сказать, что голосуйте там за КПРФ. Нет у нас таких оснований. Я думаю, что можно ограничиться одним, что вот приходите или вот так сделайте. Можете там писать, рисовать. Одно время, помните, мы рисовали на обороте. Что вот это, не надо этот лисий нос превращать там в бизнес-центр. И все это тоже было хорошо воспринято. То есть, или так, ну проголосуйте тоже, не страшно.
То есть я хочу сказать, что не надо этим выборам, надо гасить это такое отношение к выборам, что они как будто решают основные вопросы нашей жизни. Но вот у нас тема ведь объявленной задачи классовой борьбы. Значит, у нас задача понижения смертности стоит крупная. Она связана и с тем положением, и с техногенными катастрофами. Они не просто техногенные, они не техногенные, не вкладываются в обновление оборудования, не вкладываются в технику безопасности. Это вот капиталогенные катастрофы. Раз. Второе, значит, у нас 18,6 миллиона ниже прожиточного минимума получают доход. Недавно цифру опубликовали. То есть они вот этим строем приговорены к смертной казни. 18,6 миллиона человек. Нет, не обсуждают, честные будут у нас выборы или нечестные. Ваши буржуазные выборы, вы выберете буржуазию, и мы это точно знаем, и вы обсуждаете, будто они вот честные выборы, нечестные. Ну, если нечестно, мы хоть скажем, что у вас нелегитимная эта власть. А если честно, так и вообще тогда мы вроде как должны согласиться с этим ермом. Поэтому этот весь разговор – это туман, который наброшен, так сказать, на трудящихся. Так, вопросы зарплаты. В выборный период наши, эти, так сказать, ФНПР, независимые профсоюзы, вышли с инициативой, и поддержанные, видимо, наверху. Надо трижды в этом году, трижды повысить МРОТ. Трижды. А до какого уровня? До уровня 6500. Три раза повышать будут, то сколько не дойти до среднего, до минимального прожиточного минимума. До прожиточного минимума, который 7000 установлен по России. Только чтобы народ вот не перестал вымирать. Вот о чем говорится. Там. Вот я согласен с этим. То есть есть такие крупные проблемы, которые надо решать. Я хочу сказать, что вот эти выборы сейчас схлынут. Мы сейчас о них поговорили. Кто-то как-то проголосует, схлынут. А вот 24-25 состоится заседание Российского комитета рабочих, когда представители рабочего класса, действующие профсоюзы и действующие коллективы соберутся и будут решать. А. Вопрос о сравнении коллективных договоров и как их заключать, и как их использовать в борьбе. Раз. Вопрос аутсорсинг, аутстаффинг и заемный труд, когда спекулируют уже не просто, так сказать, деньгами или там товарами, а рабочей силой. Покупают одни, продают другим, понижают зарплату и, так сказать, на этом живут, наживают себе, набивают себе карманы. Два. Третий вопрос – это вопрос о повышении уровня реального содержания заработной платы, который на съезде рабочих в Москве, который проводил, вот прежде всего организовывал РКРП, был поставлен как важнейшей, первейшей сейчас задачей, которая перед нами стоит. К сожалению, значит, вот за этой кутерьмой выборной как-то мы это вот, так сказать, как-то подзабыли эти вещи, или не все подзабыли, но увлеклись, может быть, даже борьбой с нашими политическими противниками, которые, так сказать, заглушают нам. Мы должны ведь как Ленин ставил вопрос, он же не ставил вопрос, за кого голосовать. Он говорит, надо использовать выборы, народ, так сказать, уши у него открываются, он, так сказать, возбуждается, он лучше восприимчив сейчас к политическим вопросам, давайте ему свое. А мы вместо того, что свое, значит, будем обсуждать там за кого, за того, за сего. Это не так уж принципиально. А вот принципиально, чтобы мы свои вопросы решали сейчас, и в выборную кампанию, и после выборной кампании. Поэтому я вот хочу обратиться, Виктор Аркадьевич, и к вам лично, и к руководству РКРП и Росфронта. Сейчас вот надо сформировать уже тех людей, которые поедут на заседание Российского комитета рабочих. Они должны поехать, я так понимаю, с позицией, хорошо, если с партийной, по тем вопросам, которые вот волнуют трудящихся, с которыми мы ведь должны заключить трудящихся, союз с теми трудящимися, которые и в РКРП, и в КПРФ, и в, забрели в эту самую справедливую Россию. И с теми, которые никуда не забрели, их основная масса, никуда они не забрели. Но, сказать, если мы представители, сказать, рабочей партии, то мы должны сделать, чтобы они ориентировались на нас, как на тех людей, которые их защищают, защищают их интересы. Поэтому мы должны вот это сейчас, именно когда еще вот такой подъем имеется, и еще не спадет к 24-му, к 25 марта, это использует, потому что это вот прямо, ну, я так понимаю, укладывается в доклад Виктора Аркадьевича о том, что это вот и задачи развития борьбы рабочего класса за свои интересы. И поднимать эти интересы до политического уровня. Ну, вы посмотрели, что вот вы без политических вещей вот никак не можете решить свои экономические вопросы. Значит, еще надо говорить о том, что вот видите, это вот, вот результат капитализма. Вот уже наелись, уже наелся и Касьянов, и Немцов. Им теперь, они не говорят, что это из-за того, что капитализм. Дескать, вот, вот не та власть. Как не та власть? Это ваша власть. Вы избирали ее демократически. Вы, дескать, орали, вы устроили контрреволюцию, стреляли по Белому дому. Вы довели народ. Так надо, вот ваш капитализм обанкротился.
Вот сейчас мы можем вести не только экономическую, а наоборот, вот сейчас с рабочими, с трудящимися, с коллективами вести политическую пропаганду. И, между прочим, сейчас уже сам слово коммунистическое уже не пугает. В том числе потому, что решили ставку кое-кто сделать на Зюганова из правых. И тем самым они уже несколько, ну голосуйте, там за коммунистов, все хорошо. И слово революция стало уже хорошее. Уже и за революцию хорошо выступать. И за коммунистов. Ну прекрасно. Остается только выяснить, что такое революция и что такое коммунисты. Вот я думаю, что это то направление, которое мы должны держать, исходя из того, что у нас есть задача развития борьбы рабочего класса. Петр Ильич, вам заключительное слово. Тамара Борисовна, пожалуйста. Я один раз задавал вопрос. Вопрос. Нельзя. Вопрос задается докладчику. Ну так докладчику. У вас не было вопросов к докладчику. Ну что тут непонятно? А если будет к каждому выступающему допроса, мы не доедем домой. Будет техногенный катастроф. Я хотела бы возразить все-таки вот тому доводу, что вот за КПРФ голосует 12 миллионов, и мы не должны это сбрасывать со своих счетов. Я хочу сказать, что эта мотивация вообще никак не годится, как мотив для того, чтобы голосовать за КПРФ. Вот за них голосуют 12 миллионов, давайте-ка и мы еще туда проголосуем. В связи с этим вот вопрос к выступавшему. А можете ли вы назвать активно участвующих в съезде рабочих, да, в фонде, работе фонда рабочей академии, кого-либо из представителей КПРФ, не присутствующих, а участвующих? У меня очень много есть примеров на то, когда игнорируются депутатами в ЗАГС собрания фракции КПРФ, да, те проблемы, с которыми приходят люди. Они возьмут, помусолят и отодвинут. Решения никакого нет, продолжения нет. Может быть, я просто чего-то не знаю, но из того, что знаю, я считаю, что эта мотивация вообще никак не годится для того, чтобы говорить о голосовании за КПРФ. Еще там выступление, пожалуйста. Я думаю, это последнее. И Виктор Хачев, пришел слово. Олег Николаевич, давайте. Вопросы? Олег Николаевич? Да. Значит, я думаю, что Виктор Аркадьевич партийную линию в докладе провел совершенно четко. И состоит она в том, что мы, если говорим и обсуждаем выборы и конкретные политические силы, говорим не о том, что они говорят, что они заявляют, что они пишут в своих программах, а что они делают и прежде всего делают по отношению к рабочему классу. Вот сегодня я был на одном политическом собрании, и на котором выставил такое, ну, наше, в общем, партийное мнение, почти убеждение, в том, что политику, которую проводят сегодня все парламентские партии, политические парламентские партии, по отношению к рабочему классу одна и та же политика. И вы знаете, не возражали, не нашлись даже среди антикоммунистов те, которые бы возразили на этот довод. Так оно и есть. Я, конечно, сам не застал, не был в КПСС в момент ее деградации, разрушения. Но вот мне пришлось вести переговоры с Соколом в течение более чем одного года. Мне было самому даже лично интересно, какая же все-таки причина вот такого отторжения любой рабочей темы, любой рабочей кандидатуры. Значит, и честно говоря, было очень это до последнего момента непонятно, пока мы с Маленцовым не побывали на городской конференции КПРФ. Вывод был сделан, я думаю, правильно и печально. Потому что в КПРФ не то, что рабочего понимания необходимости развития рабочего движения нету. Совсем нет. Но и коммунистического уже ничего нет. Поэтому не КПРФ рабочих и тех, кто за них голосует, давно кинуло. Бросило и кинуло. Поэтому и раскрывать глаза рабочим на вот этот момент нужно. И пора бы уже. Теперь дальше. Вот хорошо, что Александр Сергеевич нам данные привел по поводу стоимости мест различных политических партий. Да, КПРФ, наверное, одна из самых менее амбициозных и одна из самых послушных партий. Некоторые политологи считают, что вот это оживление, да, возбуждение, которое в обществе произошло во время выборов, оно связано с тем, что
одна сама крупная буржуазия не в состоянии выдерживать, значит, вот этот политический груз. И рано или поздно, а тем более в преддверии капиталистического, обострения капиталистического кризиса, она, конечно, должна была думать о том, что частично поделиться ответственностью с другими отрядами буржуазии. И поэтому продемонстрировать вот эту, так сказать, ну, вот этот дележ власти. Это дележ власти. Судя по тому, что так уж они обсчитывали, то есть на выборах, то, ну, какой-то расчет был. Какой-то расчет был. И кто же получил более всего голосов? КПРФ. Как самое послушное и как менее всего амбициозная, да, партия. Поэтому я думаю, это одна и та же политика. И еще один момент. Когда класс слаб, когда он еще не организован, в обществе, наверное, интуитивно возникает ощущение страха, беззащитности. И тогда хочется поискать эту защиту. Вот был Ельцин, было страшно. А теперь, значит, Путин. Вроде менее страшно. Тогда надо у Путина поискать защиту. И вот это желание, значит, выдать действительное состояние КПРФ и действительную ее политику за защиту, на самом деле прикрывает вот эту надежду на Путина, на его стратегию 2020. Понимаете, вот откуда все идет. Это, может быть, не совсем осознается. Но, к сожалению, это наблюдают те, и вот мне приходилось наблюдать, кто, значит, ну, слушал. Товарищи, которые возлагали надежду на такие обещания путинские, на такие стратегии. Я думаю, что КПРФ сегодня, именно потому, что еще надеются на нее, наносит колоссальный вред. Тормозя развитие рабочего движения сознательно и по команде, и сознательно и по команде, и по убеждениям, и по своим собственным убеждениям, которые не верят ни в какой рабочий класс. А вот это организованное рабочее движение как раз и есть та сила, которая боится, с одной стороны, капитализм. Вот маленькая организация защиты на электросиле, вот сегодня здесь товарищи сидят, устроила пикет, 54 рабочих было на пикете, совсем недавно. Значит, чего испугались власти? Чего испугались власти? Плаката одного из многих, которые там были, на котором было написано «Голосуй против всех», а на другом прямо было написано, значит, «Кандидатов от рабочих нет», нам адекватный этим самым ответ. Вот это потребовали снять. Вот это, понимаете? То есть вот чего боится на самом деле капитал. Значит, никакого КПРФ он не боится. Значит, и рабочим нужно понять, что вот это единственный путь, которым они могут достичь, значит, своей цели. То есть собственная организация. Борьба своя, экономическая, за свои интересы, политические. Вот. Значит, и призывать голосовать или даже самому голосовать за КПРФ, это значит либо себя самого обманывать, да, если самому голосовать. Такой вот такой смутной надежды. А уж призывать трудящихся голосовать за КПРФ, но они иногда нас учат тоже. К примеру, когда мы вынуждены были по спискам КПРФ в Кировском районе Малецова проводить. Кстати, ребятам спасибо, если это силы помогали здорово. Значит, когда приходим в общежитие и говорим: ребята, вот такой товарищ, ну нормально, хорошо, мы бы за. Так а за кого голосовали? За какую партию? Мы говорим, вот он идет по спискам КПРФ. Ну что? Куда же? Ну и заключение о честных выборах, когда не мухлюют, когда все честно подсчитывают. Вот у нас был участок на одном из автотранспортных предприятий. Там мухляжа не было, там были наши товарищи. Ну что мы увидели? Мы видели, что на этом участке, в отличие от других, чем отличается? Немного больше за ЛДПР. И побольше за справедливую Россию. Чем как-то так в среднем, да? Вот и все. Вот и все. Значит, вот и результат просто самих по себе честных выборов. Поэтому, да, за честную жизнь, но только борьба самих трудящихся, рабочих. Поэтому мы электросиловцев, значит, приглашаем, в том числе, на занятия Фонда Рабочей Академии. Но, значит, говорим, что, ребята, в политике вам придется разбираться самим. Советчиков много, значит, а вот тут видите, как бывает. Не все так однозначно. Все. Я еще хочу добавить, я не все сказал. Это у нас времени, видите? Это немного. Все. Еще
Надо. Я знаю. Сначала 20 лет уже бардака этого. Вот не надо, чтобы у нас тоже здесь был бардак. Виктор Аркадьевич, пожалуйста. Так, я тоже против бардака всякого. Значит, во-первых, всем спасибо за участие. А во-вторых, я думаю, что главное следует подчеркнуть общую позицию, что пока мы сами не станем силой, имеется в виду не вождями там чего-то где-то, а силой классов общего движения, до этого момента нам рассчитывать на многое не приходится. Это главное. И в этом направлении надо работать. Второе. Значит, я бы хотел сказать, что вот с чего начинал. Что при всем при том, что многие вопросы воспринимаются остро, эмоционально и так далее, значит, спокойнее ко всему относиться, потому что вот с этой главной позицией других больших ошибок мы не совершим. Даже если кто-то где-то проголосует за Зюганова. В РКРП тоже есть такие случаи. Например, у нас красноярская организация в купе с еще полуторам десятком всяких разных, которые называют себя сталинским блоком, долго думала и вместе подписали документ за Зюганова. Ну, после того, как обменялись мнениями, вот доложили сегодня, что вновь собираемся, учтем все ваши доводы, пожалуй, придется пересматривать позицию, что-то так сказать. То есть это небольшие ошибки. А эмоции бывают, ну, как бы сказать, так тяжело иногда отвечать. Я сегодня беседовал с одним ветераном из Волгограда, приехал, член КПРФ, который со слезами на глазах говорит: слушай, Виктор Аркадьевич, ну как же так? КПРФ-то, мы же партбилет номер один на Владимира Ильича выписали. Как же вы можете? Ну, понимаешь, ну ветеран, да. Ну, понятно, что он вряд ли сможет пересмотреть свои эти мысли. И то, что он проголосует за показ, просто за название. Не за Зюганова, не за КПРФ. За название, за советскую память, за это, конечно, это большой ошибкой не будет тогда. Другой вопрос, что наша общая работа с молодежью, с тем же рабочим движением, вот она, конечно, уже требует другого, и к этому надо строже относиться. И здесь мотивы, что 12 миллионов за КПРФ голосуют, они не очень правильные. Потому что за Единую Россию больше голосуют. За справедливую, так сказать, не 12, а 8 там чем-то или 9. Но все-таки дело не в количестве. Это дело не в количестве, но мы до сих пор, значит, исходили тоже из позиции, исходим, что мы не заинтересованы в ослаблении КПРФ просто. Или в ее развале, скажем. Нет. Мы заинтересованы в ее полевине. И если бы это получилось, то, наверное, все бы только приветствовали двумя руками. Дело не в количестве, а в том явлении, что это количество переходит в качество, Александр Сергеевич. И я старался в докладе подчеркнуть, что, к сожалению, приходится отмечать, что они не просто не проводят рабочую политику, они начали борьбу с этой политикой. Вот целый ряд, так сказать, аргументов и показателей в этом деле. Вот о чем речь идет. И то, что они носят при этом название «коммунистическое», как тот же Владимир Владимирович говорит, чтобы голоса не потерять, иначе от них отвернуться. А по сути-то они уже в другую сторону гребут. Это тоже вред, понимаешь? Наш друг и приятель, что ли, бывший Юрий Павлович Белов, не так давно выступая в прессе, да, в кавычках я имею в виду, не так давно выступая в прессе, использовал такой аргумент против нас. Нас, это я имею в виду, РКРП, и, так сказать, Попова, и, потому что мы давно с ним по этому поводу. Ну где же, товарищи, ваши железные батальоны пролетариата? У него даже радость сквозила в этом сами. Что их нет, да? Да. То есть он подводил, что вот жизнь доказала нашу правоту. Значит, мы с Геннадием Андреевичем по правильной дороге пошли, а вы. Отвечать-то им надо, что, ребята, так
вы, в том числе с Геннадием Андреевичем, внесли свою лепту, что пока еще этих железных батальонов на марше особо не видно. Пока еще отдельные разведгруппы, так сказать, взвода, первые атаки огнем и прочее, прочее. Вот о чем речь идет. И в этом плане мы, конечно, должны сейчас, ну, свою работу строить уже не просто, что давайте за более левую или за лучших из худших проголосуем, может, как-то там это чего-то будет. И не будет. Кроме того, что они получат дополнительные финансовые средства и укрепят позиции того же Зюганова, да, а вместе с тем и поправение КПРФ, лучше от этого, так сказать, вряд ли чего будет. Поэтому, значит, еще раз благодарю за внимание. Первое. Второе. Поддерживаю мысль, которая была высказана, что практическая работа главная, поэтому, значит, конференция Комитета рабочих России, которая в Нижнем Новгороде состоится, обязательно должна быть всеми отрядами использована для того, чтобы стать умнее, обменяться опытом, так сказать, еще раз взвесить, посмотреть позиции. Так, одновременно напоминаю, что, значит, мы выходим на подготовку к съезду Родфронта и РКРП, с одной стороны. А с другой стороны, вот, начали подготовку к нашим практическим действиям, в том числе демонстрации 1 мая. Это очень важный момент, потому что вот сейчас будет расставка сил. И справедливая Россия попробует вмешаться, растянуть, поскольку она выходит с желтыми знаменами на 1 мая. И обязательно постарается тех же фордовцев оттянуть от складывающегося блока Родфронт и прочее, прочее. И друзья из КПРФ, в том числе отколовшиеся, занимают отдельную позицию. Короче говоря, как написано вот в программе у Компартии Сирии, сегодня находящейся в особых условиях, у них программа заканчивается так. Какая наша перспектива? Вопрос. И сами себе отвечают. Перспектива у нас одна – борьба. Поэтому успехов нам всем в этой борьбе. Добрый путь. Спасибо большое. Объявление. На конференцию забыл сказать. Виктор Иванович, и занятие 1 марта. И что, кто будет, можете сказать? Герасимов Иван Михайлович. Второе объявление такое. Значит, вот я принес, как обещал, в прошлый раз для участников нашего семинара. Это пригласительные билеты на конференцию 22 апреля «Ленин в современном мире», шестую. Значит, вход на эту конференцию свободный. Сбор участников у станции метро «Черноречка» в 9:50. Этот билет не означает, что это вот, так сказать, один человек может прийти. Сколько угодно может человек прийти. Это для памяти, так сказать, для того, чтобы не забыли и что вы готовились. Так что часть товарищей уже получила. Кто желает, я могу. Вы, пожалуйста, подходите. На этом у нас сегодня конец. Так, еще, так, еще объявление. Значит, прежде всего, членам РКРП. Значит, 18 февраля, в эту субботу, ближайшую, значит, поддержку Путина, Федерация, городская федерация профсоюзов проводит митинг у БКЗ в 14 часов начала. Значит, всем партийным организациям необходимо сейчас взять у дежурного на столе листовки с позиции Родфронта, раз, значит, запастись газетами «Трудовая Россия», два. Значит, обязательно пойти на этот митинг, обязательно знакомиться, обязательно выяснять товарищей, с каких предприятий, обмениваться контактами, выяснять их истинную позицию по этому вопросу, пропагандировать позицию Родфронта. Значит, поэтому секретарям в первую очередь, значит, сейчас подойти к дежурному. Есть вопрос? Олег Николаевич, надо взять ящик, сбор средств, фонд борьбы с капитализмом и Путиным. Обязательно. И собрать себе сюда. Посмотри.
Много денег. В общем, нет. Все нормально? Наша героиня – это... Я с удовольствием. Я Меня приняли за тебя. Сейчас 50 минут всего. Ну хорошо, поговорим.